Ура, друзья, я все-таки сюда дошла. Почему-то сразу одна полоска зарядки пропала. Начнем с норы. Это снова сурок. Там я одного ловила, видео отдельно загружу. Фух, я запыхалась. Пришла аж оттуда пешком. Потому как велосипед сюда не доедет. А я приехала поснимать пион дикий. В дикой природе они отцветают. Я поздновато, но не все есть. Вот у них красавцы. Вон их сколько было. Но их было больше. Если бы здесь не жгли траву, вот эта вся поляна, вот это было все диким пионом. Здесь был красный ковер из диких пионов. Но люди жгут траву и уничтожают таким образом природу. Смотрите, как там красиво. Это у нас холмы меловые. Здесь чистый мел, а под мелом глина и песок. Вот такой вот на примере сурок выкопал. Вот мел. А вот у нас еще пиончики. За ними я и приехала. Слава богу, я успела хотя бы чуть-чуть их поснимать. Вот они. Красавцы такие. Красавцы, но здесь была вся поляна. А сурки, я смотрю, здесь нор понаделали. Но я не пойду. Хочу вам показать еще один цветок, который я видела у некоторых блогеров в палисаднике. Это вот как бы стать без тени. Это барвинок. Вот он. И у нас его целые луга здесь и поляны. А раньше они... У меня в ноги повтыкалась целая куча колючек. А раньше они были в перемешку с пионами. И была вот такая вот поляна. Красивая красота. Простите. Я не знаю, как выбирать ракурс освещения. Ну, как смогла. Ну, пиончики, конечно, такими полянками. Вон на той стороне я вижу. Большая-большая поляна есть. Но туда я не доберусь. У нас здесь... Сейчас дойду, покажу, попробую, надеюсь, камеры заряда мне хватит, буду включить. Вот такой вот, у нас тут вот такой обрыв большой яр. Это, по сути говоря, все вот такой вот большой яр. Старики говорили, что сюда попадали снаряды. Ну, конечно, они не так. Вряд ли такой большой ярок делали. Ну, вот такие вот у нас тут просторы. Здесь безумно красиво. И вон на той стороне. И свистит. Где свистишь, а? Ой, далеко очень. Выглядывает. Ой, а на той стороне пионов так много. Там, наверное, пожар туда не попадает. Вот там, где скопление зелени. Очень много пионов. И стоит разведчик, свистит на меня. Чё я тут лазил, понимаешь ли? Их трогаю. Вот такой вот яр. И вон они, пиончики.
Их там так много. Но туда я к ним не доберусь. На ту сторону я не смогу перелезть. Очень крутой обрыв, заросший уже барвинком. И вон сколько пионов. Не с той стороны я сюда зашла. Ну да ладно. Поснимаем, что есть. Но я, кажется, нашла большую поляну. Сейчас выключу.